Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогери України». І я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні радий вітати у нас в студії Геннадія Борисовича. Він адвокат, він правозахисник, людина, яка не байдужа до всіх цих подій, які відбуваються у нас в країні. Правильно я сказав? Правильно, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу одразу перейти до такої події. Я впевнений, що тебе це мало зачепити, тому що ти така людина реакційна. І хотілося б поговорити про пана Стерненка. Пан Стерненка, так до нього звертається наш генеральний прокурор, пані Венедіктова. Сьогодні відбулося наступне. Виходячи з СБУ, куди пана Стерненка запросили, він вийшов з СБУ і сказав наступне, що з нього зняли обвинувачення. Тобто, ви, мабуть, пам'ятаєте, що в 2018 році так сталося, що від рук або від ножа пана Стерненка загинула людина. Зараз цю людину звинувачують у нападі. Людину, якої нема зараз вже в живих. Ваше ставлення до цього? Це, на мій погляд, трошечки театр абсурду. Як ви це оцінюєте? Ох, це Україна, і, к сожалению, останні, мабуть, десятиліття у нас сплошний театр абсурду. Ну, я попытаюсь прокомментировать, как я вижу глазами правозащитника и как я вижу это как адвокат по направлению уголовных дел. Ну, во-первых, в следствии такие случаи бывают, когда следователь расследует дело на досудебном следствии и в ходе изучения доказательств действительно определяет, что подозреваемый может быть потерпевшим. Но это случаи скорее исключения, чем правило. А учитывая, что Венедиктова сама заявила, как генеральный прокурор, буквально месяц назад, что если мы возьмем Стерненко под стражу, то могут быть массовые волнения, народные протесты. То есть генеральный прокурор поставил политическую безопасность президента и свою политическую безопасность на первое место, а закон и объективность расследования уголовного дела на второй план, то я не исключаю, а скорее всего так и есть, политический подтекст данного дела. Для определенных групп, особенно праворадикальных, выгодно из Стерненко сделать нового праворадикального лидера, медийную новую персону, через которую в дальнейшем можно будет влиять на неокрепшие умы людей с их идеологией, максимально крайне правой идеологией. Да, але у мене виникає питання стосовно того, що пан Стерненка, він не зовсім зі всіх праворадикальних боків підтримується. Ми пригадуємо слова білого вождя, як то кажуть, пана Білецького, який казав, що, хто такий Стерненка взагалі? Чому вирішили, що за цією людиною мають піти там представники інших радикальних рухів, тим паче він там в Одесі, ну, це зі слів Білецького, він займався там, торгував наркотиками, там, ще чимось таким, не дуже... Тарас, це мнение пана Білецького. Он на це мнение имеет повне право. Он тоже для лично моего круга знакомств не является авторитетом, и в его биографии белых пятен не меньше, чем пятен у того же Стерненко. А судьи кто? По классику. Кто читал классическую вообще литературу. Поэтому в данный момент я считаю, что это, например, выражение того же Белецкого, точнее реплика по поводу Стерненко. В чем-то это может быть междоусобные войны одного политического поля за один и тот же политический электорат, праворадикальный. Потому что тот же пан наш Азовец, он считает себя действительно монополистом в некой степени этого направления праворадикальной силы. Стерненко претендует, и его очень сильно поддерживает медиагруппа Порошенко. Поэтому
В даний момент, на вашу думку, наскільки його взагалі, ну, наскільки велика кількість людей, які, наприклад, проголосують за Стерненка? Тому що таке враження складається, що його готують як політичні проекти. Але, відверто кажучи, я не вважаю, що там достатньо велика кількість людей буде підтримувати таку людину. Не обов'язково виставляти медійну, условно медійну персону на какой-то пост или какую-то должность. Достаточно того, чтобы эта персона в будущем поддержала ту или иную личность, которая является профессиональным политиком и пользуется такими, как Стерненко, и такими лопоухими доверчивыми гражданами, которые смотрят телевизор, открыв рот, и не имеют никакого критического мышления, не могут сопоставить факты. Поэтому для меня высказывание так называемого вождя Азова это или зависть, или внутриусобные такие войны за один электорат. А по поводу Стерненко, это просто повод, повод для Порошенко и же с ними мочить действующего президента Украины, которого в кавычках действительно есть за что мочить. Вот как раз и хотелось бы перейти до этой темы. Безпосередньо ви чим займаєтесь, коли хочете викликати і чи достучатися до президента? Я маю на увазі ваш монолог з президентом, який ви записали в власному авто, який розійшовся великим тиражем, якщо можна так сказати. Давайте от зараз подивимося на екран. І... Ну, давайте посмотрим, з удовольствием. Привіт, друзі! Хочу записати монолог разговора с Владимиром Александровичем Зеленским. Скорее всего, он не услышит этот монолог. Он же у нас царь, он же себя уже давно окружил так называемыми лизоблюдами, которые облизывают, заласкивают и говорят ему, что хорошо. Но я все-таки надеюсь на социальные сети и думаю, что когда-нибудь, может быть, когда служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы будут ко мне более внимательны, не хотелось бы, конечно, но я думаю, это все равно будет. Это видео ему также покладут на стол и покажут, какой же я плохой. Так вот, Владимир Александрович, переходим к вам. Я не хочу материться, но вы реально зае со своими видеороликами. Вы постоянно, понимаете, вы не моральный авторитет. Вы просто человек, которому в очередной раз удалось одурачить украинский народ. Вы просто актер. И, наверное, хороший актер, раз получилось сыграть такого голобородька и хорошего президента. Я голосовал за вас во втором туре правой рукой. Я, знаете, вот, действительно боюсь божьей кары, что эта рука когда-нибудь отсохнет у меня. Мне реально стыдно перед своими знакомыми. Точнее, я даже голосовал не за вас, я голосовал за против Петра Алексеевича Порошенко. Если быть, ну тут вот, а по тому военному преступнику вообще даже разговаривать не хочется уже. Там, я думаю, в дальнейшем будет и военный трибунал, и что только может для него не быть. Прекратите занимать время оператора, гримера, того человека, который вам свет выставляет, который тексты пишет. Прекратите, Владимир Александрович, я вас прошу. Займитесь конкретно работой, поедьте в одну область, во вторую, пообщайтесь с людьми, не с теми, кто вам выстилает красные дорожки, а с простыми людьми. Наконец-то посадите свое ближайшее окружение, которое проворовалось и опозорилось так, что на голову просто ни кастрюлю, ничего уже не натянуть. Я вас прошу, Владимир Александрович, пожалуйста, ну просто будет беда, беда, но она неизбежна. Там сторонники Порошенко, там праворадикальные силы, сейчас левые силы начнут подниматься, монархисты, коммунисты, которые красиво прикрываются. И вы понимаете, что реально беда. Вас будут рвать все. Я не хочу, чтобы у нас был очередной Майдан, чтобы очередное кровопролитие. Я не хочу смертей. Я вам тоже не угрожаю. То я сейчас как Мария, вот эта зверобой, шизофреничка, тоже буду. Но я вам говорю честно, грядет беда. Страна разваливается. На вас абсолютно все забили большой болт. Ну, ми як підписники допомагаємо розповсюджити це відео, і може воно дійсно дійде до нашого президента, і він зверне увагу на цей крик душі, якщо так можна сказати. Що стало таким тригером, що, ну, таке відчуття, що терпець зірвався? В зв'язку з чим? Я скажу так, терпець такий, очень длинний, по суті.
и я очень, ну, долго терплю, и вообще о людях всегда думаю максимально хорошо до тех пор, пока они не докажут мне обратное. В самом начале, когда президент наш 31 марта, как говорится, уже окончательно был выбран людьми Украины, и до дня инаугурации и так далее, и после инаугурации я ходил по телеэфирам различных телеканалов и выступал за Зеленского. Его сторонники Порошенко нещадно критиковали, говорили, что он плохой актер, неспособный, ничего не создаст. Я всегда говорил так. Человек, во-первых, победитель, он уже президент, он уже выиграл, ему доверился народ, за него проголосовали. Это во-первых. Во-вторых, он еще ничего не сделал, мы еще ничего не дали ему сделать. Он не показал кадровых решений, он не показал системности реформ, он ничего пока еще не показал, поэтому давайте подождем и не будем его критиковать. И первое время меня абсолютно все воспринимали как ярого сторонника Зеленского. Но, как вы говорите, как в народе точнее говорят, от любви до ненависти один шаг. Прошло время, я смотрю, наблюдаю один скандал, второй, третий, пятый, четвертый, шестой. Вижу, что нічого не делается. Вже достатньо ще часу для того, щоб зробити якийсь... Він вже поміняв, ну так йому кажуть, що він повністю пішов під Сороса. Ну він же зараз поміняв перший уряд, зняв Гончарука. Ось, смотрите. По поводу змінив Гончарука. Для простого человека, который постоянно смотрит телевизор и не имеет критического мышления, выглядит так, что Гончарук плохой, поэтому его хороший, добрый царь Зеленский снял. Само так. Но для профессионала, для человека, который имеет государственное мышление, это выглядит совершенно по-другому. Это выглядит так, что президент среди многих персоналей на пост премьер-министра в тяжелейший период экономический для Украины выбрал не профессионала, выбрал на дружеской основе, приятельской, когда он много раз подчеркивал личную симпатию Гончаруку. И очень долго терпел его сказки. И после нескольких только скандалов нашел повод от него избавиться. Поэтому не Гончарук плохой, плохой рыба гниет с головы, плохой президент, который не может создать грамотную кадровую политику в стране. Вы понимаете, что задача президента в основном это грамотно создать систему, в которой будут работать качественные кадры. Каждый болтик будет качественный. Механизм, чтобы работал и друг друга взвешивал и дополнял. Ответственность вся на Зеленском. И поэтому, когда прошел уже год, никто не сидит. Его друзья проворовались и зашкварились, извините за мой сленг, во всех скандалах. Йде повне, ну, несурядиця. Он... Ну, а ви не могли б подумати про те, що, наприклад, як пані Венедіктова казала, що ми не можемо посадити людину, якщо у нас недостатньо доказів, то, може, дійсно у них не вистачає доказів того, що, наприклад, Гримчак має сидіти, наприклад, що Пашинський має сидіти, Порошенко, Стірненка. Доказати... Може, це дійсно люди, на яких ми просто... всякі наклики робили, а вони насправді слухняні громадяни України. Я попытаюсь объяснить как адвокат. Действительно, за последние 6 лет следственные органы МВД, прокуратуры и СБУ практически полностью разрушены. Практически. Качество следователей упало в разы. Из-за отсутствия хороших кадров следствий многие дела с точки зрения закона формального не могут доказываться. То есть... Даже если человек виноват, то по факту нарушения следствий столько, что суд или прокурор не принимает их во внимание. Поэтому, то есть нарушается очень часто форма оформления документов, последовательность действий следователя. Такая проблема тоже есть, и она всегда была и будет. Вопрос стоит в другом. Что Зеленский и те люди, которые приходят с ним во власть, не должны воспринимать себя как политиков, планирующих на многие годы вперед закрепиться во власти у корыта. Это должны быть в прямом смысле слова камикадзе политические, которые, как он вначале декларировал, придут только на один срок и действительно свершат глобальные системные изменения. Если такого не будет... то просто мы опять будем наблюдать на его странице каждый день ролик или какую-то писанину,
И ничего дальше продвигаться не будет. А я уже вижу, что продвигаться не будет. И когда меня спрашивают: Гена, зачем ты рвешь свою душу? Я говорю, я душу свою рву для того, потому что 4 года еще жить в этом дурдоме я не хочу. Удары сердца моего и удары сердца моих близких ограничены. Я не буду жить 100 лет, чтобы терпеть еще 100 зеленских. Поэтому я хочу изменений как можно быстрее. Поэтому в данный момент моя информационная война по отношению к власти действительно набирает обороты. И я хочу, чтобы больше и больше людей понимали, кого мы привели к власти. Он может быть как человек замечательный. Я его лично как человека не знаю. Он может быть замечательный семьянин. Он может быть замечательный организатор творческой группы «95-й квартал». Замечательный, может быть, я не знаю. Но если ты не справляешься с функциями, имей гордость, имей совесть признаться себе в первую очередь, а потом уйти с этого поста. Но нет же, человек продолжает буксовать, извините за опять же сленг, человек продолжает опять создавать роль президента. Но не бывает роли президента. Или ты умеешь управлять страной, или не умеешь управлять. Или ты научился, или ты не научился. Да, он подрос. Но он подрос, вы меня простите, конечно, если с такими темпами мы будем подрастать, то, скорее всего, для умных людей, единственный выход с такими темпами роста, в кавычках, будет иммиграция. У меня очень много знакомых покидает нашу страну. И круг моего общения, с кем я могу общаться на равных и с кем мне интересно общаться, становится все уже и уже. И даже оптимисты, которые были в 2016-2017 году еще более-менее оптимисты, к сожалению, превратились или в пессимистов, или в очень уже бедных людей, которые постоянно периодически занимают у меня или у моих знакомых деньги. Я не хочу жить в такой стране. Поэтому я выбрал путь войны. Я не хочу эту страну оставлять. Я до последнего готов бороться. Вот поэтому моя критика президента. Я ему вреда не хочу. Если завтра я им начну гордиться, я буду каждый его плюс публиковать, я буду о каждом его плюсе говорить. Но пока что плюсов нет. Пока есть просто имитация работы президента. Вот и все. Взагалі, от у мене таке питання виникає. Ну, пан президент вже на посаді майже рік. Достатньо багато людей, які не зовсім задоволені тим, що він робить. І питання. Наприклад, закінчується декада президентства, бо пан Зеленський казав, що він тільки на один срок пішов у президенти, тобто він не збирається на другий срок балотуватися. І от представимо собі, він вже не президент. Зможе він повернутися на сцену 95-го кварталу? Будуть у людей виникати ті посмішки, які були раніше від жартів Володимира Олександровича? І те ж саме мене цікавить стосовно пана Вакарчука. Будуть люди слухати так його музику, як вони слухали її до того, як він очолив партію «Голос», яка проголосувала, допомогла проголосувати закон стосовно ринку землі і банківського закону? Так, сразу по очереди. Сначала по моему любимчику Вакарчуку. Давайте. Во-первых, его обсуждать, я считаю, вообще нет никакого смысла. Это мертворожденный политический ребенок. Такой, знаете, переносок. Он себя столько вынашивал и столько себя пытался продавать, что, я бы сказал, ну, его время уже прошло. А после феномена Зеленского, понятно, о Вакарчуке с его постоянно вялой и, наверное, очень творческой, тонкой организацией внутренней, мне так кажется, политика действительно не его. Поэтому про Вакарчука забыли, его не существует, ни как политика. Ну, могу признаться честно, иногда его песни, если в машине играют на радио, я не переключаю. Опять, смотря какие, но в основном мне они нравятся. Музыка хорошая, музыканты хорошие, почему бы нет? Но как политика его нет и не будет больше никогда. Все, это жирный крест на этой личности. По поводу его концертов, я думаю, да, будет. Да, будет, поскольку он не обрел еще ту звезду, вот эту политическую. По поводу Зеленского. Сможет ли он вернуться в 95-й квартал, в кинематограф или еще куда-нибудь? Ну, я этот вопрос задал себе в самом начале, когда он только 31 марта уже стал, как сказать, избранным народом Украины. Я думаю, нет. Точка места сидения определяет мировоззрение, точку зрения. Пан Зеленский уже почувствовал вот то ощущение, когда ты правишь, когда ты распоряжаешься, когда ты задаешь повестку дня. Это совершенно другое ощущение, нежели срывать овации и просто смешить людей.
И я думаю, что ему внутреннее эго этого уже не позволит. Тем более, после его правления, я просто уверен, если оно не... Скорее всего, оно завершится намного раньше, чем 5 лет. Я думаю, что многим людям просто уже будет не смешно. И, скорее всего, он это тоже понимает, что его актерской, КВНской карьере пришел логический конец. И что меня пугает, я очень переживаю, чтобы он не воспринял все-таки эту должность как зарабатывание денег, поскольку карьеры впереди у него именно актерской может уже не быть. Да и вообще, я считаю, не совсем этично и не совсем красиво после того, как ты первое лицо государства, потом сниматься в российских сериалах или скакать на сцене, играть на рояле. Не совсем, ну, как сказать, не совсем это презентабельно, не совсем это демонстрирует какое-то национальное достоинство, что ли. Поэтому власть — это крест. Если ты этот крест на себя возрузил уже, ты должен его пронести. Многие в нашей стране, в чем ошибка, воспринимают власть как способ зарабатывания денег. А власть — это крест. Власть — это всегда быть примером для других. Власть — это быть примером на работе, примером в семье. Власть — это в ночной клуб лишний раз не пойти, следить за своими жестами, эмоциями. Думать 300 раз, что сказать, как сказать, консультироваться. Если рассуждать о каких-то вещах, то разбираться в них глубинно, а не просто поверхностно, услышав своего пресс-секретаря, ляпнув что-то, как корова, на землю, а потом это все обсмеивают и обсуждают, дискредитируя первое лицо. Поэтому власть – это крест. Я думаю, что после этого креста все-таки, если он... Если он его не раздавит, да, то да, все то... одно актером ему уже не будет. Мне так кажется. Это с точки зрения вот изучения его психологии, как он себя ведет, как он себя подает, что он не лох, ему уже 42. Как бы, да, и уже, как бы сказать, смешить власть имущих, которым он раньше давал приказы, ему уже будет не совсем удобно. Дякую. Дякую за цю экспертную оцінку майбутнього нашого человеческую президента. Обычную оценку, не экспертную. Я экспертом в области Зеленского не являюсь. Образования по Зеленскому не имею. Добре. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Ура, я потерпевший. Стерненко вийшов із СБУ в новому статусі. Із СБУ він вийшов і сообщил, что его признали потерпевшим в деле, где он убил. Стерненко считает, что на самом деле планы были другие, хотели вручить подозрения, но потом испугались и передумали. Смотрите, кажется, что это невозможно, кажется, что это какой-то, ну, долбанный сюрреализм, правильно? То есть он убил человека, догнав его, уже 100 раз повторяли это своим ножом, потом выдать пытался нож, там, да-да-да. Они испугались и выдали его, в этом деле они сейчас его представляют потерпевшим. Он потерпевший в этом деле. Смотрите, можно говорить, ну, оскорблять, к примеру, Владимира Александровича Зеленского. Можно говорить, что он клоун. Можно говорить, что он долбанный паяц. Можно говорить о том, что он конченый предатель, к примеру. Можно говорить о том, что он ничтожество, ноль. А можно просто назвать его горе луковое. Вот я сегодня прочел, моя жена написала, горе ты луковое. Ты говорил там, приговор ты. Ты горе луковое. Вот это вот лучшее определение. Это вообще ничто. Это горе луковое. Все, не стесняйтесь называть его как хотите, но мне кажется, это лучшее определение. Я не ваш оппонент, я ваш вырок. Ну а теперь я посмотрел это чучело Стерненко, да, которое. Он там начал, меня вспомнил по поводу записи, где он разговаривает с наркобарыгами. А я напомню, что он с ними разговаривал для того, чтобы начать их крышевать. Тут Стерненко для своей паствы выдает опровержение. У 2014 році, коли мені було 19 років, кришував наркотрафік в Одесі. Бачиш, я почав з Одеси. Можна подумати, що в 19 лет нельзя кришувати наркотрафік. Я что-то не могу понять, это как-то от возраста зависит или что? Той самий працівник місяця з Макдональдса Анатолій Шарій. Nice move, Толя. Запостили у себе відео, де нібито я спілкуюсь із наркоторгівцями. Це реально гомерически смешно. Это очень смешной колхозный юмор, но давай перейдем к делу, Сергей. Что там тебя не устроило с этими записями разговоров? А ну-ка. Там є куча координаторів. Тільки от є нюанс, це відео є в мережі у відкритому доступі ще з грудня 2017 року, і його злили туди одеські мусора.
Его могли слить туда мусора, могли слить туда не мусора, могли ангелы небесные его туда слить. Какая разница, где оно находится? Но это записи твоих разговоров, которые мы просто актуализировали, потому что внезапно украинские СМИ забыли об этом. Они и не помнили, не помнил, да забыл. Ну давай, Сережа, к делу. Это не твой голос. Усе почалось із того, що я в Одесі разом із іншими активістами протистояв громадянину Росії Геннадію Труханову. А можна о Труханові ближе к ночі? Давай сразу перейдем к твоему, к твоей попытке крышевать наркобарыг. Можно так? На суді по літньому театру, який був до цього, я вимагав перекладача з російської мови на українську. А, і от здесь от я понял, к чому він ведет. А ведет Сережа к тому, що він вообще общається по-українськи. И он всегда общался по-украински, даже тогда, когда вот из своего села только пытался переехать в Одессу там, и так далее. Да? Я просто напомню кое-что. Ну, правда, как тут, Сережа же любит экспертизы. Да? Экспертиза не доказала. Сережа, а кто это на сцене? Вот это вот. Кто это в сельском клубе? Йоу, смотри-ка, Сережа, на самом деле революция дает возможность чертям задроченным, которые мечтают о большой сцене, стать на самом деле, выйти на большую сцену, как там рассказывали твои друзья, Домбровский, да, что ты рассказывал, что я хочу быть депутатом, как Белецкий. Ну, вполне возможно, что тебя даже сейчас примут в какую-то партию, да? Европейская солидарность. Добрый вечер, Александр. Я вам задаю такому вопросу. Смотрите, мы договаривались на субботу или воскресенье встретиться, правильно? Ну да, как бы... Там... Смотрите, вам в воскресенье во второй половине дня удобно? Действительно, ну Сережа же говорит всегда по-украински, да это не его голос. И вот это, наверное, тоже не его. Да-да, мне было бы удобнее говорить на русском языке. Я считаю, что более 2000 людей это абсолютно не предел. Ну каким же уже тупым отбросом надо быть, для того, чтобы пытаться рассказать, что на записях не твой голос? И тут целый прокурор области на брифингу... Абсолютно відповідально заявив, що насправді я знав російську мову, бо в 2014 році я нею кілька разів спілкувався. А так вообще, он чисто україномовний парень, да? Да. Хорошо, это Сергей, да? Да. Ви можете самі порівняти голос, який щойно почули, із моїм голосом і зробити висновку. Слушай, ну давай порівняємо, да? Ну ти ж сам попросив. Да-да, мне было бы удобнее говорить на русском языке. Смотрите, вам в воскресенье во второй половине дня удобно? Ну, я поревняв, и что дальше? Сереж, давай, может, что-то более такое весомое. Хоть тебя и смотрят сплошной планктон, и ну, люди такие, лишенные критической оценки происходящего. Но, тем не менее, ну, даже им же лучше что-то показать такое более документальное, да? И Сережа рассказывает. Сережа рассказывает про экспертизу голоса. И висновок наступний. По основному аудіозапису написано, що не є можливим визначити, чи брав участь Стерненко Сергій Вячеславович у розмові. Вот такой. Ну все, экспертиза опровергла. Но дальше он еще интереснее рассказывает. А по іншим аудіозаписам експерт каже, що Стерненко Сергій В'ячеславович імовірно брав участь у розмовах, що містяться там на декількох файлах. А, то есть, возможно, принимал участие. Хорошо бы новую экспертизу назначить. Ну а чё ж, мало экспертиз в деле Стерненко не бывает. Но кто же ее назначит? Горе луковое вон то вот, трусящаяся, забившаяся в угол, боящаяся собственной тени. Нет, конечно же. Ну а теперь по документам. Я вважаю, що нам варто подивитись на матеріали справи і показати, що саме тут не так. Да, давайте посмотрим на матеріали діла і покажемо, що іменно здесь не так. Вот этого я і ждав. Давай, покажи. Саме тут не так. Дивіться, який цікавий момент. Це все відбувалось 7 грудня. Але дуже важливо, дата 7 грудня. А ось документ із матеріалів кримінального провадження, де зазначено, що це саме кримінальне провадження відкрили 8 грудня. Так, подождите, кримінальне уголовне производство відкрили 8-го. А то все происходило 7-го. Спалились менты. Тут немає табу.
Геннадій, дуже дякую за те, що були у нас сьогодні в студії. Я сподіваюся, ми через якийсь не дуже тривалий час знов побачимося тут. Тарік, куди ж ви без мене і куди ж я без вас? Спасибо, що пригласили. Добре. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.